Всего 1512 бутылок для тех, кто спасает жизни. Питьевую воду получили медработники Красковской, Люберецкой областной больниц, 116-й поликлиники и ковидного стационара, созданного на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. Это бизнесмены подключились, предприниматели подключились всех разных уровней, вот, и они оказывают какое-то содействие. Поэтому здесь врачи не остаются в одиночке, так, не сами по себе, а все-таки чувствуют такую поддержку. Мы в дальнейшем, конечно, будем оказывать такое содействие. Для медиков, которые подолгу находятся в красных зонах стационаров, питьевая вода действительно необходимый жизненный источник. А такие акции – способ немного отвлечься от напряженной работы. Огромные слова благодарности. Нам эта вода очень нужна. Потому что мы работаем в таких условиях, в СИЗах, в защитной одежде. И для того, чтобы по 6 часов как минимум находимся в красной зоне, а то и больше. И для того, чтобы восстанавливать водный баланс для организма, вода нам это очень необходимо. Спасибо огромное. До Нового года в рамках акции «Спасибо врачам» 45 крупных стационаров Подмосковья получат 177 тысяч литров питьевой воды. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.